Мцири. Краткое содержание 5 главы. Углубляясь в свои рассуждения, Мцири говорит о желаниях юности, которые в нем бушевали, о силе жизни, которая рвалась изнутри. Он хотел жить полной жизнью, дышать и наслаждаться всем. Героя не страшит смерть, но ему жаль своей загубленной молодости. Он обращается к монаху с вопросом, испытывал ли тот любовь, ненависть, мечтал ли он в юности, любовался ли природой. Для того, чтобы понять его, монах должен вспомнить желание юности. А теперь подробнее. Меня могила не страшит. Там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине. Но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод. Знал ли ты разгульной юность мечты? Или не знал? Или забыл, как ненавидел и любил, как сердце билось живей при виде солнца и полей, с высокой башни угловой, где воздух свеж, и где порой в глубокой скважине стены дитя неведомой страны, прижавшись, голубь молодой, сидит, испуганный грозой. Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл, ты слаб, ты сед, и от желаний ты отвык, что за нужда? Ты жил, старик. Тебе есть в мире что забыть, ты жил. Я также мог бы жить. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.